О 10 ранку депутати Покровської міської ради зібрались на чергове сесійне засідання. Але перш ніж розглянути питання порядку денного, обранці громади мали змогу оглянути нову техніку, придбану комунальним підприємством міста. Так у міськводоканалу з'явились вакуум-бочка та дві аварійні машини. Це аварійна машина на каналі. Боже, ми не заказували. Ага, це іменно так, щоб можна було. Да, і покушати. І здесь отдельно стоїть автономна печка, яка отдельно обогріває этот салон, і плюс связь рація водителя з персоналом, который знаходиться здесь. Техніка работает это больше месяца. Действительно, в процессе работы мы видим, что те удаленные села, как Лисовка, Котлина, поселок Шевченко, мы более мобильнее, быстрее стали доезжать на место порывов. То есть более мобильно стали реагировать на те аварийные ситуации, которые возникают в процессе нашей работы. И также и для бригад, которые ездят на данной технике, для водителей, для бригад рабочих, техника действительно стала более комфортная. Экскаватором «Тамазом» поповнився автопарк тепломережі. В этом году мы приобрели новый МАЗ, который позволяет нам перевозить цепучие материалы строительные, позволяет в зиму возить уголь, не арендовать уже технику, и был приобретен экскаватор. Загалом придбано 11 одиниць комунальної техніки, кошти на яку, а це 27,5 мільйонів гривень, депутати міськради виділили на початку року.